Всем зрителям и подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 3 сентября 2017 года. Сегодня поговорим о теплице павильон шириной 3 метра, длиной 6 метров. Теплица у нас установлена на брусе. 100 на 100 брус пропитан антисептиком. Выровнено по уровню с помощью кирпичиков. Закреплено к земле с помощью колышков. С одной стороны у нас разрезная дверь форточка. С другой стороны форточка. Клиент попросил сделать ее, чтобы открывалась не вправо-влево, как обычно, а снизу вверх. Также есть форточка в стене. Открывание такое же. И есть у нас коньковая фрамуга, оснащенная термоприводами. Да, кстати, форточка в торце также оснащена термоприводом ДВ. То есть он предназначен для дверей. Но мы его приспособили для форточки, чтобы она открывалась снизу вверх. Поликарбонат у нас 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем с перфолентой. Вот это инструкции от термоприводов. Также у нас установлен резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности конструкции. И для усиления каркаса приделаны диагональки укосины. Помимо теплицы павильон, у клиента на участке установлена теплица арочная. Установлена она много-много-много лет назад. Ну, это имеется в виду лет 5-6. Не арочная, даже фермер, смотрю, арки. Теплица в достаточно неплохом состоянии, поликарбонат тоже живой еще. По сравнению с третьей теплицей, которая была установлена в один год с зеленым фермером. Видим уже, что каркас достаточно ржавый, поликарбонат очень сильно помутнел. Скорее всего, он хрупкий, пальцами не трогал. Ну ничего, помидоры растут, но внешний вид уже не тот, конечно. И вот, поэксплуатировав одну теплицу, фирму Уральская усадьба, клиент не пошел на рынок покупать что-то похожее на вот это, а обратился снова в компанию Уральская усадьба и купил павильон, который мы сегодня благополучно собрали. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!